В Институте международных отношений состоялся 25-й научно-практический семинар для молодых корееведов. Мероприятие было организовано Казанским федеральным университетом совместно с Российским историческим обществом и Южнокорейским научно-образовательным институтом. С приветственным словом выступил проректор по внешним связям Казанского университета Темирхан Алишев. Он отметил, что в настоящее время интерес к культуре Кореи со стороны студенческого сообщества повышен. В рамках семинара у нас принимают участие не только представители Казанского федерального университета, но и из Челябинского государственного университета, Волгоградского государственного университета, а также из Уфимского института науки и технологий. В сегодняшнем семинаре принимает участие 52 человека. Все они активно занимаются исследованиями в сфере корееведения. По словам участников и организаторов, главная цель семинара – развитие корееведения в России. Анализ и изучение не только культурной среды, но и экономики, истории и политики. Среди тем, которые представили студенты, корейская киноиндустрия, особенности национальной росписи, дизайн и международные отношения. Как всегда, нам важно изучать комплексно все темы, то есть и политику, и культуру, и экономику, то есть... Например, мы историки и культурологи, по большей части, поэтому нашим полем интереса является история культуры. В рамках семинара молодые специалисты смогли не только поделиться результатами исследований с коллегами из разных регионов. Они также рассказали о собственных наработках и опыте проведения мероприятий, привлекающих внимание к корейской культуре. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюз.